Пусть всегда будет мама. Щелковскому перинатальному центру исполнился ровно один год. За этот период в Щелковском районе здесь появилось на свет более 3800 младенцев. Все они родились здоровыми благодаря специалистам, медикам и акушерам этого замечательного медицинского учреждения. Центр обслуживает 6 муниципальных районов и 7 городских округов, где проживает более 900 тысяч женщин, четверть всей Московской области. С момента открытия в нем родились 3832 ребенка, в том числе в этом году 2813. Медиков и акушеров поздравил глава Щелковского района Алексей Валов. Седой год в стенах этого прекрасного учреждения, каждый час практически, а может быть и какие-то минуты, рождалось счастье. Рождались новые деточки. Их родилось уже под 4000 человек. 4000. Огромная цифра. Почти миллион мамочек у нас обслуживаются этим центром материнства и детства. Это тоже большая цифра. И мы понимаем, что тот уровень технологической оснащенности этого роддома позволяет мамочкам, которые сейчас вот смотрят в окна, улыбаться и понимать, здесь все гарантировано, здесь все надежно. Целый год, за который удалось сформировать коллектив. Коллектив, обеспечивающий услугами перинатального центра не только Щелковский район, но когда Ирина Валерьевна пришла к нам на совет депутатов и сказала, что из Казани пациенты приезжают сюда, вы знаете, у меня в душе гордость зародилась. Думаю, Щелково теперь гремит на всю страну. Папам и мамам, чьи дети первыми были выписаны домой год назад, администрация района вручила подарки. А для троих новорожденных – Екатерины Потаповой, Миланы Самойловой и мальчика из семьи Меньшиковых, имя ему родители еще не придумали, у которых выписка состоялась в годовщину, администрация вручила прогулочные коляски. Все было отлично, все прошло хорошо. Спасибо, конечно, докторам всем, которые в этом принимали участие. Все было на высшем уровне. В центре успешно выхаживают малышей, родившихся с критически малым весом. Таких за год было 320. Самым маленьким пациентом стал ребенок с весом 473 грамма, появившийся на свет на сроке беременности 23 недели. Ольга Потапова из подмосковного Солнечногорска благодаря щелковским акушерам смогла сохранить жизнь ребенку, родившемуся на 32 неделе. Девочка родилась с весом 1,870 кг. Выписываемся 2,425. Очень быстро восстановилась. Очень дружный коллектив. Операция прошла просто, очень молниеносно, оперативно сработали. Строительство центра велось под патронажем губернатора Московской области в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. У нас действительно очень большие амбиции. Мы хотим быть лучшим перинатальным центром не только в Московской области, но и заявить о себе на территории всей Российской Федерации. На сегодняшний день у нас есть действительно очень большой потенциал. Во-первых, это очень молодая и амбициозная команда, которая хочет показать те результаты и те технологии, которые на сегодняшний день действуют в мировой практике. И мы уже открыли отделение хирургии новорожденных. Мы уже провели 4 очень больших операции. Не все получилось, как хотелось, но, по крайней мере, о нас уже узнали, к нам уже едут. Радостные эмоции счастливых родителей, цветы и подарки. Славная история Центра материнства и детства только начинается. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».